Он знал, кто я. Он узнал меня. Смотрел мне прямо в глаза. Он поджидал меня, как будто... Нет, это невозможно. Всех приветствую, дорогие друзья, с вами я, Егорыч. Я Бритовский. Мы продолжаем прохождение игры Hitman Контракты, и у нас миссия «Вечеринка мясного короля». Переодеваемся в одежду оглушенного мясника и закрываем двери, чтобы он не выбежал потом, позже. В ролике мы видели, что у 47-го явно глюки начинаются из-за потери крови, но вскоре к нему пришлют врача из агентства. В этой миссии нам предстоит ликвидировать шотландского мясника по имени Кэмпбелл Старок, а также его брата, доктора Лектора, который любит насиловать и расчленять свои жертвы. Жертва — это дочь нашего заказчика, которую мы должны спасти, но, к сожалению, мы не успели. Идем к выходу, тут мазохистов куча, я на них внимания не обращаю. Кунош процедура, а кумацим карне. Слушайте, если кто-нибудь знает, пишите мне, пожалуйста, в комментарии, что за такая процедура по названием Акумуцин Карнет? Вартифумос, Карнет. Если кто знает, прошу, напишите. Буду признателен. Здесь на кабинете трупы скотины, моря просто крови. Так вот, Кэмпбелл Старок... В принципе, типичные мазохисты, да? Да. Типичные мазохисты. Им лишь бы удовлетворить себя и свою утробушку. Так что ради этого они могут хоть у помойки заниматься своими делами, но не будем об этом. Давайте-ка к делу. Кэмпбелл Старок, или Мясной Король, устроил вечеринку мазохистов у себя на комбинате. Заказчик хотел, чтобы его осудили, но Андрей Пускус, наша вторая цель, защитил Кэмпбелла. Эй ты, отнеси это блюдо Староку. Куда именно его отнести? Глупый европеец, наверх! Я даже не знал, что мазохистов есть. Эти, адвокаты, блин. Адвокат вряд ли мазохист, я точно не знаю. Достаем крюк для мяса, надеюсь, что вы его не сперли. Ой, вернее, не выкинули вначале. А вот
Не спел. А вот пизды нужно выкидывать, чтобы пройти через шмон у главного входа. Теперь вы видели, что я сделал с крюком. Я положил его под курицу, чтобы пройти через шмон на втором этаже. И в итоге убить Старка. А ты как именно его будешь убивать? Через потолок или отравить его будешь? Ой, блин. Отравить здесь нельзя. Короче, ты его травишь? Травить здесь нельзя. А, ну там просто типа к ним приходишь, закрываешь все эти шторы. Да. Cunoști procedura. Acum îți simt carne. Как только вы пройдете обыск, доставайте крюк для мяса. Foarte frumos, foarte frumos. Care? Доставайте и собирайте снова себе в инвентарь. Тут девчонки рядом с ним лежат. Закрывайте занавески, чтобы никто наших дел не видел. Попробуем птичку. Старых это жирный ублюдок, можно его так назвать. Давайте ему курочку. Вкусная. Вкусная птичка. А он ей будет наслаждаться, воткните этот крюк ему. В брюхо. В пузо, ну или куда хотите. Есть еще один вариант, как сказал Брайтонский, можно подняться на крышу и через это окно его застрелить. Только это будет много шума и никакого стелса, так что я не рекомендую вам этого делать. Выходим на балкон, чтобы девчонки не вернулись обратно к нему, иначе они поймут, что якобы Старок уже похавал. Я специально обернулся, чтобы смотреть за балконом, вдруг охранник вылезет. Перепрыгивайте на балкон. Да, нам нужно убить не только Старка, этого жирного ублюдка, но еще и такого человека, который любит резать людей, наслаждается этим, даже делает это под музыку. Ну, в принципе, лох и псих. Ну да. Значит, сейчас мы должны вернуться в то место, откуда несли курицу. Посмотреть, если адвокат там, то убить его, а если его нету, то значит пока нужно подождать. Да, но я один раз так подождал, так он... Ну я бы все в одежде этого дебила, все равно он что-то так подозрительно на меня стрелял, все-таки спалил. Он на всех подозрительно смотрит, что ты ожидаешь? Так что надо держаться в сторонке от него и осторожнее все делать. Но его пока вообще нету, так что идем в палату, вернее не в палату, а в комнату, где доктор Лектор убивает и насилует. Он еще насилует? Так естественно. Короче, Кэмпбелл Старок — это мясной король, а его брат, уже маленько потоньше, но все равно жирный, это доктор Лектор. Лектор — это не имечко, это такое прозвище. Лектор — это типа маньяк, который любит своих жертв расчленять. Как Ганнибал. Да, я слышал такое по телевизору. Вот, это та комната. Че, фильм не стрел? Фильм. Ну, знакомый, что-то слышал. Ганнибал Лектор. Надо посмотреть будет. Скачаю потом. Мертвого мясного короля. Но ничего страшного. Вот мы слышим музыку. А вот сам Лектор. Мне так хочется его убить, но, к сожалению, я не собираюсь этого делать. Потому что это лишняя жертва и стелс
На смрачку. Я нашел девушку. Вы можете вывести ее? Не всю, но опознать ее будет можно. Это сделал Старок? Его брат. Насколько я понимаю, задание не изменилось. Вы все правильно понимаете. Продолжайте операцию 47-й. Вот мы видим, что дочь заказчика зверски убита лектором. Даже на полу мы нашли среди моря крови ее отрубленную руку. Мы должны ее забрать в качестве доказательства. Теперь уходим. Да, только мне интересно, куда он ее положит, эту руку, в трусы или куда? Ну да. Надеюсь, Absolution там будет что-то в виде кобуры или чего-нибудь еще. Потому что хватит уже. Не думаю, что карманы у него настолько вместимы, что можно упрятать все, что захочешь. Сейчас услышите шум от скайпа, не беспокойтесь, это я Егору скинул ссылочку на этого Ганнибала. Ссылочку? Спасибо, скачаю. Так, здесь его нету? Я имел в виду разносчика опиума. Вот он, адвокат, Андрей Пускус. Вот, когда он зайдет в какой-нибудь из сортиров, чтобы справить нужду, вам придется снова применить крюк. Это на вторую часть. Спасибо. Все, больше не побеспокою. Ну, в принципе, эту миссию я пробовал проходить по-другому. То есть... Убив с крыши, ну, стелс был, ну, только немного шума, потому что я применил пистолет с глушителем. Для начала я, как бы, зашел в комнату, закрыл все эти шторы металлические, положил ему курочку и побежал по-быстренькому это, на крышу. Ну, не знаю, нормально так. Ну, чисто это проверить было. Хорошо, молодец. Миссия закончена. Почти. Вот теперь закончена. В награду мы получили 2 микро-УЗИ. К сожалению, без глушителей. Но вскоре получим глушителями. Доктор Лектор, к сожалению, остался жив. Я бы с удовольствием задушил. Короче. А что, не убил его? Его не было в комнате, да? Да, я дождался, когда он уйдет. К себе на скотобойню и пошел быстро забирать улику. Ну, следующую миссию ждите, я так уже понял, от Брайтонского, только я очень хотел снять ее сам, поскольку для одного человека я хотел ее снять. Для кого? Узнаешь потом. Для Никеля? Чего? Для Чурки? Для какой Чурки? Короче, забей... Ну ты понял. Забей. Всем пока, с вами был Егорыч. И я, Брайтовский. И лучше бы ты убил эту жирную свинью. Зато не получил бы стелса. Бесшумный убийца. Увидимся на базе Биркова на Камчатке. Пока. Всем пока.